Ну что, они Волынь брать будут нахуй там, блин? Или они тебя не уважают? Может, бро там, блядь. Хуй бро, блядь. Грация, блядь. Хуяться, блядь. Напиши ему, блядь, кекацу, блядь. Шлюха итальянская, блядь. Ну что, они кидают, Ваня? Ба, ты не мог кинуть фриглос. Надо помочь. Еще 5 минут, это ПН, нахуй. Вань, ты чё там? Ванесса. Погоди, блядь, включи микро, нахуй. ТП, походу, нам. Мы кидаем или чё, Иван? Вань. Я тебя не... Вань. Волына, ну ты где там, нахуй? Чё за хуйня? Хуй, а чё, блядь, ты где, нахуй, соперник? Да я с ними пищу. А, вот пищу, гоу. Я с ними пищу. Я с ними гоу, пищу. Пищу. Я с ними пищу. Друга итальянского завёл, что нахуй. Я что скажу им, что мы не кидали. Пищишь? Я посрать просто отходил, сори. Очень важная информация. Извините, пожалуйста. Все, сейчас я им сказал, что мы не кидали, сейчас они кинут и принимают. Сейчас, секунду, я подойду. Жопу вытри, блядь, нахуй. Пиздец, блядь. А зачем срать, когда ты обосрешься дважды? То есть сначала и в игре. Ну, он думает, что если он посрет, то в игре не обосрется, походу. В смысле, ты уже обосрался, ты посрал. Понимаешь, когда ты высвобождаешь пространство, мозг начинает меньше думать. Я не знаю, тебе виднее, блядь. Просто главный теоретик, блядь. По говну нахуй, блядь. Пространство, блядь. Ты очень сложную информацию даешь, которая, блядь, нормальным людям просто не усваивается. Так, алло. Смотрите, терпишь ты? Тихо. Да, подмылся. Помылся? Подмылся. Фу, блядь, рукой что ли? На биде там посидел, что ли? Да, на биде вот этот... Струя нормально ударила? Струя тёпленькая, струечка такая. Пробила дымоход? Дымоход, да. Глину помесила нормально. Руками, что ли? Ну, сначала водой, а потом и... Не, ну, у меня не настолько длинный язык. Так бы с удовольствием, конечно. Бля, понятно. Ты так, короче, кидай имя. Короче, они что-то, бля, ёбнутые какие-то. Пишут сначала Ребел, Палермо и Спорт.
Rebuild eSports. Палермо прям. Команда есть, так же и пиши. А готов. Кто он по таблице зовет? Мы или они? Ну, они, видимо, мы, раз он сказал, потому что там отметали. Такого не грохнули. Сделай, пожалуйста. Кидай, Никит. Вань, напиши ему, как пишется, пожалуйста. Палермо? Что там? Напиши ему, всё, напиши ему. Да позвал он, заткнись. Так, тихо. Форма. Поставь белый, нам синюю, белый, а им белую. Суета, надо все. Найс. Nice. Все, сейчас слушай меня. А, вначале, еще раз повторю, у них высоко играют крайки, они тоже 3-5-2 играют. Поэтому у нас крайки играем сейчас от обороны. И тройка нападения, цап и два форварда. Высоко прессуем их ЦЗшников. У кого там, блядь, эхо? Рубен. Чего, блядь, нам? Ты орешь, пиздец, какой-то, как ебанутый в уши, нам. Ясно. Если что, ищите меня забросом, нет. И ищите сразу на смокер забросом, постоянно один там. Давайте, давай. Все, надо 3, 6 очков набирать. Давайте как в прошлом матче забросить никуда, блядь. Сразу, форвард и цап максимально жестко на ЦЗшников их. Хорошо, ну. И повнимательнее с пасами. Иди на него назад. Ладно, я уже с ним. Гоу. Давайте, повнимательнее, да. Давайте через пас. Да, тихо. Зачем? Через пас. Всё, просто через пас играем. Хорошо, да, молодцы. Ну... Давай, давай, не сбавляем обороты. Дальше. И больше. О, через пасик. Ты завалил свои ебало, проще. Сам заваляешь свои ебало сейчас, блядь. Кончерыга ебаная. Играем. Они легчайшие, блядь. Стой такие, блядь. Тише, ничего не легчайшего, блядь. Спокойно играть. Чуть проще через пас. Легчайшая оборона. Там микрофон скрипит, блядь. Выбейте, блядь. Да, блядь. Мать. Легчайшие, ребят. Легчайшие гол для Палермо и спорт. Заебался. Дай ему мьют, а. Я ожидался. Просто в пас играем проще и все. Хорошо. Спину страхуем. Хорошо. Умничка. Забивать. Отлично, да, молодец. Красавчики. Да. Все молодцы. Давайте. Мяч аж сквозь стенку прилетел. Через пас. Мы сами себе, да, привезли, блядь, сейчас два гола. Серьезно, что вы делаете, блядь, а? Ладно, ну хватит же. Оба гола мы сами себе привезли, ребят. Рубья. О, нормально, хорошо. Не запускайся. Хорош. Хорошо было. Кипер, блядь, лакер ебаный. Перекрываем, перекрываем игроков, хорошо. Найс, нажимаем. Чуть активнее. Если нет по флангам игрока, Игорь, можешь выше идти. Если там... Хорош. Ой, хорошо, только. Хорош, молодцы. Давайте, ребят, блядь, сами себе привозим голы. Просто проще играем в обороне. Можно на вынос, если не... Успокойтесь просто, успокойтесь, они никакие, блядь. Мудрые слова. Хорош. Прессуем, прессуем, прессуем. Флаг, флаг. Хорош. Хорош. Бля. Молодец, хоть бы. Прием хуёвый, нормально.
С дырку смотрим. Хороший назад. Хорош. На зону. Второй темп доигрываем до конца. По флангу можно. Ага, хорошо. Чуть быстрее в таких ситуациях через второй темп подвижу. Хуйня. Размечил Игорь, что ли? Я никого не размечил. Я тоже. Походу Дима размечил. Какой Дима? У которого админка осталось, блять. Всех кикнул, кроме него и... Да не мечи никого, блять. Чё за хуйня? О, ловишь? Малой из СПЗ. Хорошо. Игорь, тебе дам. Нет. Или Ваньки. Бля. Так тут нормально было бы, но сильно выжил. Ну там апсайд должен быть, конечно, да? Да. Подходите, разыгрываем. Хорош. Хорош. Ну, в принципе, 4-3 можно сыграть. У нас оборона решит, что хуже. Рот твой, блядь, решето, ебаная нахуй. Иди на него, я в центре. Хорошо. Нужно лёсить. Здесь смоки. Да, блядь, почему так сильно? Нормально. Далька, смотри. Хорошо. Там тебе, Никит. И дальше. А, смокер можешь было мне дать. Поуже, встаньте в обороне, еще поуже. Нормально. Сразу вперед беги, смокер. Можно с просрел, кстати, сделать. Хорош. Ой, заебали, вот это хорош, хорош, блядь, хорош. Чё, хорош-то, блядь? Ну, слышно, блядь, один раз. Это нормально, забей. Не слушаю этого, давай. Пожалуйста. Хорош, привёз, ебать. Давайте спокойно. Не, я Игорю дам. Я не Игорь, конечно, но... Хорош. Будь Игорь. Хорош. Хорош. Бля, сори. Хорош офсайд. А вот трещит там. Ну что ему еще трещать, больше ничего. Хорош. А, или мы не говорим, когда не посадят. Помолчи. Что, на серьезке типа? Игорь, беги. Игорь, беги. Пробуй. Последний минут, вперед только. Не получилось. Блядь. Хорош. Надо доиграть. Ты чё, долбоёб? Ну, не, это какая-то типа... хуйня, парни, блядь. Что вообще, блядь? Мы, блядь, привезли два гола сами себе. И... Вань, переставь схему, а, блядь, на 4 зача, блядь, нахуй, реально. Вот сейчас прям, блядь. Да нахуй, да, блядь. Да. Нахуя, мы Руба. Отыграем, мы сейчас отыграем просто, блядь, на ноль, нахуй, и всё, и выиграем игру без нервов. Бля, Руба, какие нахуй нервы? Мы два гола привезли сами себе. Какие нервы, блядь? Причем тут схема-то, я не понимаю. Ты издеваешься, что ли? От того, что мы два гола, блядь, сами себе создали. Какая нахуй разница, какая схема? Ты видишь, там каждый, блядь, заброс, опасный ход, нахуй, опасный момент. Ну если, блядь, у вас дыра между двумя ЦЗшниками, что я могу дыра, сделать-то, нахуй, блядь? У тебя в голове, блядь. Походу у тебя в голове, Руба, дыра, блядь. Без ЦЗ, блядь, быстро, боже, мы не успеваем, блядь, нахуй, за ними бегать. Ой, боже. Мне кажется, Руба, ты немножко тупенький. Хороший. Просто, блядь, изичная команда, блядь, мы не успеваем, блядь, просто зону перекрыть. Да мы от Уокерс, нахуй, три пускаем из-за этой же хуйни, блядь. А, я тебя понял, да. Хороший. Вот, игрока поменьше сделать просто. И не играть дылды на ЦЗ. Хороший, ребят. Ниже, вот ниже, Руб, не поднимайся, ниже. Ребят, хорош. Это будем их ловить. Когда вплотную с ними, это нереально полезно. Они будут убегать на рывке. На меня попробуй закинуть. Значит, мы же в белую форме играем. Хорош. Хорош.
красиво. Хорош. Фокс. Сейчас 20. Бля. Мне бы, да, зачем? Я же без корень специально бегу под тебя под паз. Бля. Нормально, просто по игрокам стали все. Игрока смотрит. У меня лагает жестко. Все залагало, мать. Залагнул, все. Да, братан. Да дай. Бля, хорош нахуй. Хорош. Да, хорош. Хорош нахуй. Блять. Химинат. Разыграем. Блять. Нормально. Вот сразу. О, хорош. Низко-то, блять. Да, ебать, ничего не нихуя. Там, по-моему, в сайт. Играй. Нет, он не лягал. Подойдите. Микро тебе. Я Олег тебе. Не, не тебе, Руб. Все, ниже Руба. Ну, как вкусно играете? Вы сидите вперед, блядь. Все. Падай, они просто старые перебирали. Вань. Мяч поддержишь? Давайте мы его отдаем легко. Через Фокса можно и мне. Бля. Ну отдай пас, блять! Ну что ты за конча, ебаная? Я просто бежал, когда он чуть нельзя. Ну да, блять, нельзя нахуй. Второй постахует. Я тебе сказал, что сделать, ты не можешь это сделать даже. Слушай, я скажу, что нажал и бегу. Дальний. Ты проехали. Дальний возьми, пожалуйста. Они все пошли. Бой контрол. Да не все. Ладно, на меня это. Выиграл. Хорош. Тянет. А, там вообще далеко. Аут. Хорош. Пробуй. Да. Так, пиздец. Сори. Так. Центр спокойно. Да ёбанутый, ла-ла-ла. Бля, вы можете просто низом сыграть? Да зачем низом, блядь, я не привезу? Ну, в принципе, да. Можем еще дать. Там некуда было реально. Тогда нас тогда сильнее выбивать надо. Нахуй так слабо. Выпустите его из центра, блядь, нахуй. Игрока. Блядь. Да выбей, блядь. Вперед, толкай. Дальний, дай, Вань. Хорош. Чуть-чуть не дошло. Ударил, да, на центр руб. А все, я травмирован, нахуй, пизда. Кифу, нахуй. Поднимайся. Выходим, да, вообще. Вот сюда. Вот это линия светлая, да. Топ. Ширину максимально смотрим. Цопы, набегайте на игроков. Хорошо. Ой. Я не туда дал, соль. Хорошо. По флангу можно, Ваня, сбежать. А, я давал по флангу, блядь. Да, нормально, похуй. Не докрутил. Хорошо. Анимация вкусная. Давайте, поспокойнее. Скучная анимация, это то есть. Я ничего не рукой мне. Я ж один. Мы какую-то хуйню творим, но типа... Да, вы гоните, вы думаете.
Мы в атаку не ходим, как бы что. Чем можно рукой? Да, центр. Бля, хуйн. Ох ты. Бля. Не был. Это пиздец, блядь. Да ну блядь. Да это ёбаный в рот, нахуй, а? Ну что это такое, блядь? А я 4-3 говорю, что блядь. Бля, идёт по чуваку, его не тянет, такая хуйня. Просто рот ему. Немного спокойся. Да нахуй я? Тогда это в центр на Сникерса, бля, вы заебались с ним забросами уже конченными. Весь матч, блядь, второй тайм. На, тебя атаку обратно. Ну, он ничего не ебать. Давайте просто мяч поддерживаем, блядь. Мы куда-то, блядь, бежим. Так, вот происходит, мы теряем, блядь. В итоге потом контру получаем. Мы, блядь, всех обрезаем, потом сзади остается 0 игроков. Просто мяч, блядь, поддержим. Просто друг по другу. Без нахуй забегания вперед всей команды. Двое, далька двое. Хорошо. Рукой с кем? Сыграть 5 защитников. Два опорника. Да мы играем. Не надо забрасывать, ты заебал. Ну, блядь. Как же вы заебали с этим забросом? Просто последние минуты. Нам нужно просто мяч задержать у себя и все. Назад, назад. Назад. Подальше. Просто в пас. В спину смотрим. Ну, Игорь. Один, блядь, что за хуйня? Дальний, дальний, дальний. Хорошо. Держи просто налево, может. Да, там смокер один. Да, да, Игорь, налево. Встаньте сзади, не поднимайте, все, нахуй. Здесь встаньте. Назад сыграй уже. Хорош, блядь, обрезал нахуй последнюю атаку. Что нахуй вынести? Начнут пиздеть. Бля, мы три гола пустили, все три привоза. Мы во втором тайме просто какой-то хуйней занимались. Просто пас не можем дать, причем все. Я не знаю, блядь, только получаем мяч, вы бежите нахуй. Все, блядь, ушли. Осталось нахуй просто полкоманды, блядь. Ну это пиздец, блядь. Как так можно нахуй? Ты сам взял играться на краю и сам нахуй нихуя там не помогаешь, блядь. Ты играешь так же высоко, блядь, как и все ребята. Ты издеваешься, блядь? Я нахуй вас страху каждый момент, нахуй. Один раз, когда обрезались, да, потому что я открывался под игрока, которому пас давали. Ты, блядь, следи за игрой, а потом что-то говори, Руба. У тебя, блядь, каждый какой-то момент, блядь, какая-то хуйня. То схема не та, то не то, блядь. Не только схема, блядь, не та. Ты этого не видишь, нахуй. Каждую игру мы пускаем по 3 мяча, ебать. Это что, нормально, что ли? Блядь, ты видишь, какие мы мячи сейчас пустили, нахуй? 3 привоза, ёпты. Какая нахуй раньская схема будет? Ты у тебя, блядь, 40 лет или сколько тебе, блядь? А ты рассуждаешь, какой ты школьник, блядь, 15-летний, ёпта. Просто в ахуе. 40 лет ты, блядь, долбоёб, тупой, ёпта. Я тебе говорю, что схема говно, ты по ней не умеешь играть, мудила. Ты бежишь, как ты не бежишь под игрока, нахуй. И оставляешь, блядь. Всё, молча поиграй. Какие вы дауны, блядь, я в ахуе. Просто я в ахуе. Чем вы спорите? Потом посмотрите игру. Не надо никого мечить. Давай реально без этой хуйни. Просто вы можете не орать. Не надо, блядь. Один нахуй сидит, блядь, всю игру какую-то хуйню несет, его, блядь, Дима размучивает, который в команде больше нет. Второй нахуй сидит и ебет мозг тоже, блядь. Весь мазь, блядь. Три, блядь, кола пустим, что 3 раза сами себе, блядь, привезли. Блядь, там хоть 5 защитников, хоть 35. Вообще не имеет разницы, если мы, блядь, сами себе привозим гол. Тут не имеет значения, какая схема. Блядь, мы просто какие-то дауны, если честно. Только не орите, пожалуйста, спокойно. Вставайся и начинаем мать, блядь. На самом деле там очень много вот, ну, какой-то трапеж. Я снял мют уже. Да вы кончили. Я брал обменник. Это, вы можете не. Точнее как, не торопиться в плане пасы. Так они же сейчас инвайте, да? Мы же принимаем. Подожди, кто кидал сейчас, Фокс? Мы сейчас будем звать. Окей. Можете, блядь, вверх поменьше играть, то нахуй. С ним забросами наверх. Можно заебать. Да, добавки тоже нет. И не торопиться в плане пас, потому что вот последний гол там. Непонятно, зачем торопиться было. Потянуло хоть и не Харька. Можно было Ване не торопиться принять и вперед дать. Ну, во всяком случае. Я туда давал сорян. Там я открывался под игрока, который пошел. Чем по диагонали давать. В итоге там, блядь, хуйня была. Пиньё, пиздник. Не называй меня так больше. Если ты смотришь этот стрим. Братиска, не надо. Ты вообще с кем разговариваешь, нахуй? Да это тебе не важно, тебя вообще тут нет, блядь. Ты кто такой, блядь? Выйди нахуй.
Балла за, блин. О, пассажир проебывает лансу. Ребят, ну эта схема не подходит нам. Да хорошо, блин. Я же тебе говорил сегодня, что пассажир... Или они реально, они проебывают, или дуровчик? Проебывают 1-0. Хм. Ты поставил, ты поставил на это, на ланс? Да, я 200 поставил. Я поставил на них 500, блядь. Ты все-таки поверил в мою эту? Да, я посмотрел, да, ну то пиздец, нахуй, блядь. Мне кажется, этот ПСЖ пройдет. Ну там некому играть, просто вратарь, блядь. Ну реально, блядь, булка нахуй на воротах. Слышь, булка, легенда чего сидит нахуй. Все хорошее. Булка, легенда чего сидит нахуй. Он, кстати, гол привез. Ему в ребел давай, значит, надо. У нас есть свой. Да, со схем, блять, а чё, я не справляюсь с этим? Да. Давайте спокойно, у нас сейчас вообще, по-моему, сейчас у нас хороший спад. Всё, мы уже вышли, блять, из группы, просто играем в своё удовольствие. А, без заброса. Зачем ты это сказал? Боже, блять, ёбаный, всё, я тут, блять, всё находишь. Своё удовольствие же. Смокер это везёт. В моё удовольствие, блять, играем. Давайте мне голову лучше пофармим, блять. Ну да, был хорошо. Головой пофармил? Я что, я вообще глухой, что ли, блядь? Это просто говоришь. Да он не глухой, не... тупой, забей вообще. Там, блядь, нет. Весь набор, весь букет, блядь. Ваня, весь букет у тебя. Да, она была с одним бомжей, блядь, с кормим другой. Да ясно. Не палили меня просто. Согол. Блядь, в огонь. Мы 6 минут, блядь, опять не можем иметь, блядь, забрать. Нам на бличку будет отсюда забегать, нахуй. Да ты сука. Блядь. Молча поиграть просто. И все. Разыграем. Микро тебе. Да, ребят. Волыне просто не везет все время с кем-то срачком, а если... Да закрой ты ебальник уже, все хорошо. Ножки мне. Уже поздно. Антр один. Ниже встаньте, нахуй там стоите. Парни. Хорош. Блять. Ой, ебать. Можно, Вань? Хорошо. Ой, хорошо был, кстати. Повернул хорошо. Сразу вперед, кто по флангу будет. Блин, ты че нахуй сами потратил? Да ебать. Хорош. Да ебашь оба сами. Ножки порос еще раз. Ну не, на ход можно когда-то прям зона, а тут такое. Хорош. Не убегай. Бля, обратно можно вернуть. Чё ж ты торопишься, Никит? Ну что с тобой сегодня такое? Чё, хрюкой, по-моему, переходится. Да поменять ЛП и ЦОП. Мне ж перед тобой стоим. Впереди его дойти. Кого хотите сыграть, блядь? Чё за слеп, нахуй? Фидер, бля. Хорошо, а то, бля. Петушар. Ну как и мы, блядь. Ну сейчас дальним будет. Только не вешаем. Да? По-моему, больше забиваем, согласен, они. Ноль. У них минус один получается. Шелестон. Нормально, хорошо. Сразу записываем сейчас подбор. Под тобой. Ну, я сам ебала прочитана. А, ебаю. Хорошо.
На нахуй. Да отсоси у ёбища, то пора забрать, мать твою. Линия, Вань, блядь, не опускайся ниже всех. Ты чё, я облак, что ли, нахуй? Там офсайт был. Оп. Бля. Игорь, я тебе дал вообще? Дал, ты побежишь ещё? Я побежал. Ну, ты чё-то не втянул тебя, короче, в пас. Может. Я ножки вот дам. Да, да. Телефон свободно нахуй переводить вообще. Я просто говорю. Ладно, сори. Может. Бля. Ниже, сядьте ниже. В смысле ниже, как сайт? На Никит, собери зверь. Я, блядь, на обороне говорю, нахуй, Игорь, блядь, заткнись. Понял, Игорь Мастер? Я тебе не скип работаю. Центр один стою, блядь. Ты чё? Да, блядь, сука. Ой, блядь. А ебать, слепой, блядь, нахуй. Анимацию не забываешь. Надо его привезти, чтобы все сгорели нахуй здесь. Нам брат, с первого брат. Надо выходить так же. Бля, ну беги до конца, это что за хуйня, блядь, как заебали. Знаешь, можно вы? Я смотри, на язву за спину. Проводи. Блять, я думал, ты побежишь, Игорь. Бэби. Бля, какой там фул нахуй? Что за пиздец? Сука. Ну что, блять, сука. Хорош. Последняя атака, назад не играй. А, вышел уровень. Не тебя появилось местами, что-то я пиздец. Я бы на самом деле... Я на фланге стою, блять, и я сейчас смотрю только фланг. Вот я только что хотел это предложить, и чтобы еще это, с харьком тоже... И со Сникерсом, да, поменяемся? Типа меня на попу, Сникерса на лопу. Харька на фланг? Да. Я думаю, нам так будет более эффективно для всех. Ну давай. А ты на цап тогда? Не, почему я этот на цапа? Сники, ой, серфокс на цапа. Ну, я так и говорю, да. Мне послышалось, ты на цапа, ты сказал. Я имел в виду Никит. Поменять кто-то? Никит, ты поменяешь? Ну, Никита, капитан. Бля. Никит, ты слышишь? От этого зрения не улучшится, нахуй. Я забыл, блядь, когда мы... А ты на цап, я поп, Никита лоб. Харюк ЛП. Можешь сейчас поменять? Да так поставь, у тебя пауза будет игрок бегать. Сразу играем так. Нахуй. Ну вот для этого ты вынес почти голевая. Да ты что, потому что ты не умеешь так делать, блядь, хуй путь хуй ебущий, блядь. Хорошо, прости, пожалуйста. В обороне же сложно сыграть, блядь, на ЛП, нахуй. Очень. Один, блядь, немощь, второй пидор, третий гандон. Давайте без ускорения, там можно было проще сыграть, сверху еще были два игрока. А, наебал, блядь, лохов. На, старый. Еще. Я не могу, блядь, видишь, ебут. Радугу делаю еще. Че, Игорь, готов? На, нахуй, блядь. Я сразу был, сори. Надо было, наверное, наебать его. Все
центр. Просто такая зона была, я не ждал, что он так пойдет плохо. Центр, блядь, кто вообще играет, блядь, в центре-то на. Сникерс, ты лишь слева. Команда. Хорош. Хорош. Забитый. Финальный сам. Блин. Давайте голубку фоне, ребят. Давай. Ну. Хорош. Бля. Чё? Сайт, по-моему. А как мог офсайд быть, если пятница? Они что, вышли. Игроков дохуя. Так вышли жестко? Ну да. Красавчики. Надо так же делать. Право, да. Ну не торопись. Да только из игры надо выходить. Никит, ты торопишься очень сильно сегодня. Прям очень сильно. Слышишь игры или нет? Да, слышу. Я говорю, я думал, что Ваня побежит сразу, я бы ему сразу вкатить. Сможешь через одного сыграть еще. Смотри, пшу. Блин. Вижу. Ладно, уже сам пойду. А в пизду, да. На второй сыграйте. Хорош. Хорошо. Молодцы, хорошо рассказали. Там хорошо в центре, в одной кушине прям сыграли и все сделали. Ниже, у меня забил. Да подожди, ты рано, ты линию так не обрывай, видишь, если мы не ушли. А если я с ним буду рядом, он на него забросит, я его не догоню. Ну ты ко мне сместись и похуй, он ничего не сделает, там ты его закроешь. Он же должен все равно в центр. Покойся, он по центру, считай, забегает. Я два раза взял себе. Можно. Слышь, Незу, ты тут? По сухой меня. Ты должен это не сделать сухую мощь. Сухого мощи не должно быть, давай. Ладно. Филов, не справа. Ты имел в виду один гандон, второй слепой, три долбой. Ты про себя и еще кого? Да нет, три. Покойтесь. Это все ты. Тигр. Ух ты. Минус хуй. Ты можешь просто поиграть игру молча, блядь, не пиздя, вот всякую хуйню не устраивая. В смысле, квесты, это интересно. Понимаю вообще. Okay. Выбей. Да не можешь по флангу дать. Хорош. Блядь, ты не успеешь, по-моему. Все здесь стоят, не убегайте сразу, парни, когда так развивается. Лучше. Может по флангу дать. Я не гризовал. Спокойно. И справа вон. Ага, шикарно. Блядь, чуть-чуть сильно. Хорошо было, да. Еще заебись. Прям чувствуется этот опыт. Эх. Далька. Я центр заберу. Ну я возьму его, не беги к нему уже. Сокол ебаная. Хорош. Право, вот зачем ты в него впихиваешь? Мне на второй может. Хорош снимешь. Убегать, налево можно, не направо. Бля, ебать, вот это по сыну. Сразу кину румы и там смокер, бегите. Не разыграй. Так не даже, подожди, недалеко тут. Ага. Вот она. Фокс. Блять, ну дай пас. А, нормально. Там, по-моему, кстати, в начале ты в офсайде был, хорошо, что да, да, там в офсайде. Я остановился, да, я видел. Ну да, красавчик. Блин, хорош. Я дал, ладно, окей. Нормально. Потихоньку, выходите, не бегите, спокойно. Я чухарёк издалеко. На случай, если не обосрутся. Касание, дай на второй темп. Иди нахуй, блять, я не могу там ничего сделать, блядь, чуть бейбокс, бля. Чепушня, бля. Я вообще почекать не хочу, как бы. Начнем с этого. Да ёп! Сильно. 2-4. Это вратарь возьмет. Хорош. Погоди, мы расстанемся сейчас. Да, не да, блять, ты иди ты нахуй. Я отца покидаю. Просто выбей ногой нахуй. Свои надо было хуярить. Ну. Бля. Хуя там анимация сработала.
Нормально. Проще. Да пизда, сука! О, я 30 раз пас нажал. Центр, центр. Назад. Оборезал все. Дал, блядь, пас. Хорош. Выбей. Хорош. Да ёд, ну как это, блядь? Не работает анимация. Ты вдруг хуй знает что, блядь, а? Волын. Слышно, Волын справился сам. Без нас. Зачем не привозить? Зачем назад? Можно было вперед дать. Давайте, блядь, атака еще есть. Давай, справа давай. Вдвоем одни есть. Хорошо. Атака есть. Шаль. У них. У них. 90. О, пустые ворота, нахуй. Бля! Не знаю, зачем сделал. Погоди, не разыграй, подожди. Да, идите все вперед, задачники, я закину. Чисто направо, давай мне. Все, 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 все. Ну, типа мне пас давайте, а там бегите все вперед просто. Давай, погнали. Как говорится, ребят, может быть, с первого места. Если ничего сделаем, то выйдем с первого. Да, не сделаем. Да ёб... Навесиком бы чуть-чуть на дальнем, блин. Это низкий навес, это не удар был еще. Просто низкий. Ну, типа, мы могли забить больше, чем один. Опять свои моменты не реализовали. Поднасрали сами. За второй гол, там еще пизда полная. Я чуть-чуть слышал, у меня потянуло. Поднасрали сами себе, не понимаю, во-первых, зачем. Ну да, с выходом, конечно, это вообще лютая хуйня. Да, блять, похуй на этот выход. Мы могли пропустить и так гол. Просто мы не забили, опять, дохуили он моментов. Вы неужели нельзя просто выигрывая спокойно отыграть нахуй в обороне, не теряя мяч, играя просто нахуй на вынос, если не уверен. Ну как-то, блядь, нельзя это сделать нахуй? Подождать просто ебаные 10 минут игровых. Вот это мне непонятно. Куда вы нахуй все бежите, блядь? Неужели нельзя остаться нахуй крайкам и опорникам внизу, блядь? Отдать мяч нахуй опорнику куда-нибудь в край нахуй, чтобы его не проебать в центре поля, не привести. Это что, ебать, нельзя сделать нахуй? Ну, странно, блядь. Ну, там, вот не в опорнике было, там не в крайках была проблема последним, ну, в голе. Не, я имею в виду, что но проблема, да, не в крайках была. Вот там, кстати, Харьков нормально пол... играет, блядь. Все, пизда. На краю. Но потом, просто... пусть знает. Ваня, скорее всего, много раз сжал, и оно среагировало на последнее какое-то. И так, когда начинается, только мы получаем мяч, все нахуй убежали, блядь, парни. Любой обрез, и вы оставляете просто нас нахуй, блядь, одних там. Ну так нельзя играть. Ну, куда вы бежите такой, сразу, да? Блядь? И защита сразу поднимается, пиздец, до центра, бежит, бежит. Вы не в тех командах играете. Это команда, которая может проебать мяч, нахуй, когда угодно, где угодно, нахуй, в любой момент. Контроля вообще, нахуй, в центре, типа, я нет, блядь. Ну, серьезно, блядь, тут нет Малаха, нахуй, который, блядь, вообще никогда мяч не теряет. Очнитесь, блядь. Здесь реально надо стоять, ждать, как бы, чтобы вам те же опорники могли назад откинуть, там, какую-то хуйню тут произойти, может, что угодно. Вот как сейчас и случилось, пиздец. Я только хотел сказать, заебись, наконец-то играли в оборону, хоть там. Не, сори, в обороне заебись. Мы в обороне нормально там... сыграли. Ты что, Рубет, смотри, у меня там частенько отбору идет, он просто продавливает и все. Я его прочитал, куда он будет двигаться, блядь. Просто.